Это страшно. И расплата наша всей страны будет за это очень ужасно. Германия до сих пор платит репарации еще с 45 года. Что нас ждет, неизвестно. Фейк это не фейк, знать-то мы откуда можем. Средства массовой информации говорят, что это фейк. Украинские, то есть украинские наши, почему-то все украинские радиостанции отключили, заглушили, то есть проанализировать, то есть ихнюю позицию мы не можем. Слышали об украинском городе Буча? Да, слышал. Да ужасно, конечно. Я не одобряю. Ну, смерти мирных жителей. Ничего хорошего. Да там в российских СМИ как бы всегда говорят, что это пропаганда. Сами пропагандируют, не понять что. Вы что-нибудь знаете о украинском городе Буча? Ой, это так больные темы для матерей. Лучше не трогать материнские сердца. Просто смотришь, и дети гибнут. Мы не знаем. Мы знаем, что идет война. Ну, больно об этом говорить, просто больно.